Для жителей села Тория Нинасминского муниципалитета единственным местом для времяпровождения является старая ржавая будка, где собираются как молодые, так и пожилые жители села. Играя в карты и в домино, жители обсуждают насыщенные вопросы своего села. Парабелу вочми банчка, воч чашки, воч сахмат, вочми технара, воч ченестель. Ан, хавах велекес, будка парк пай, асфас пай, эстеги арев, нор тульте велен, эстег, хавах вих, не эргум жам, банке не кели кетан. Жамара, кас, кас, не кетан. Воч мег, воч ми ушадручу чидас. Проблема питьевой воды все еще актуальна в данном селе. На этот раз причиной является электросчетчик насосной станции, который один на два села. Из-за того, что жители соседнего села не платят за использованную электроэнергию, мы вынуждены остаться без воды. Мы не знаем, куда обратиться за помощью. Просим открыть новый абонент, и каждый из нас будет платить за свою воду, говорят жители села. По словам уполномоченного мэрии данной сельской общины Ягора Котояна, проблема в основном связана с тем, что во время строительства был поставлен один насос, и поэтому электрокомпания открыла только один абонент. О данной проблеме руководство муниципалитета уже в курсе. Нам обещали, что проблема будет решена в 2018 году. Ուղղակի խնդրում ենք ղեկավարությանը, չնայած որ իրենք հոստացել են, որ գալով տարվանից մայիս ամսվանից կդրվի պետական բանասին ու կլուծվի բոլոր տեսակի խնդիրները. Остается надеяться, что до того, как муниципалитет займется этим вопросом, жители села Учмана и Торя добросовестно заплатят за электричество и будут иметь воду в своих домах.